Я русский! Хочется просто опять дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что... No to snad ne. To není moc slavnostní. Starosta pronese pár slov na úvod, pak povíte něco vy. Čeká se od vás velice krátká chvaložeť o padlých splátcích z daného kraje. Je nám ctí, že jsme tu dnes s vámi. Ne, počkejte, počkejte! Ne, nechte ho být, pusťte ho! Nechte ho nepokojí! Ne! Když jsme si mysleli, že už to nemůže být více vzrušující, neboť se blíží speciální čtvrtohry, naši smrtelní milenci, miluji ten výraz, z 12. kraje nás překvapují novým vývojem jejich romance. Pojďme se podívat. Ve 12. se hladoví? No a tady?
se jídlo zvrací. Katniss, víte? Toto je Plutarch Heavensby, hlavní tvůrce her. Přebral post po Senekovi Crainovi. To je těžká role. Vito! Mohu? Prosím. Líbí se vám večírek? Je toho na mě moc. Odporné. Ale když rezignujete na morálku, může to být zábava. Takže vy se bavíte? Jsem hlavní tvůrce her, zábava je mou prací. Zábavné bylo, co se přihodilo Senekovi. Seneka se rozhodl přestat dýchat. Rozhodl? Nebo to byly jedovaté bobule. Post hlavního tvůrce nebývá ta nejbezpečnější práce. A proč jste ji vzal? Tak jako vy, přihlásil jsem se. Katniss, pojď, prezident čeká. Přesvědčili jsme ho? Co jsme mohli udělat víc? За что задержали? За одиночный пикет. За свободу мобилизованного. Жену мобилизованного задерживают, граждане, вы видите? Наши парни на фронте рвут жопу за эту власть, а она задерживает жену мобилизованного. Что вам больше всего понравилось? Молодо! Восемь ни хера, блядь! Очереди за колбасой, за колготками, блядь! За сапогами! Румынскими, югославскими, блядь! За итальянские это вообще надо было убиться! Или отсосать у кого-нибудь, блядь! Он еще, блядь, за СССРом, сука, страдает! Ни хера, там только моя молодость и красота, блядь! Просто любить это шанс, и мне другого не нужно. Такой же я есть, и меня не сломать, и все потому что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Там тоже что-то на самом деле есть, да? Почему вы думаете, что именно Украина, Польша это самое? Почему вы думаете, что именно Украина? Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский. Смысл вся земля. Смысл вся земля у американцев. Я русский.
Сынок Байдена был в совете директоров одной из компаний в Украине. У нас демократическое государство, у нас есть компании различные. И вот сынок Байдена был в одной из, из этих компаний. Я русский! Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, куда ставится орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Вот ради Иванча это... Я бы смело сказал, великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан у Курчатова. Если бы не работа Курчатова, Ради Ивановича и коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной. И, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну. Дорогой Ради Иванович, вы относитесь к таким ученым. Вся ваша жизнь посвящена Родине и ее защите. Небеса гласají славу бомбы, а зобразují дело їх рукою. Z nebesa se stoupila a nic není skryto před teplem jejím, hlas její však všude proniká. Praise him, praise him. Sláva bombě a svatému spadu, jež jsi byl na počátku, jsi nyní a navždy budeš světem nekonečným. Польши. Это подарок Сталина полякам. Хотят поляки быть следующими? Война неизбежна. Россия не остановится на Украине. И, кстати, в Варшаве и Хельсинки приготовятся. Это не блин. Польшу можно поставить на колени за один час. Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть? Суалский коридор в случае чего нам очень нужен. И уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Граница России нигде не заканчивается. Упреждающий удар по Франции. Прах обратиться, Лондон. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Хочется просто лепеть и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский.
сочту вам писать «Счастливые дети». Так, послушайте. Пісень щасних дітей. Десь жареве нам сумко світі, лучами згріва міру квіт. Пусть к нам той звізва щасних дітей, де младеж моцна вздіка новий світ. Пусть к нам кожен хотів би дати твоїй цесті правий смір. Ти сам будеш познавати ту пісень, що співа піонер. В тій пісні несе к міру гаса, ті, що хцей устами всі кустат. В тій пісні ця младеж яса, дем вбрані свою власт, а працават. Я русский.